Всем привет, я в магазине Светофор, город Орск, на ТЗБ. Давайте посмотрим ассортимент и новинки. Колбаса семейная с чесноком. Это, наверное, не новинка, дюжий двор. 132 рубля за килограмм. Так, это у нас измайловская колбаса. Так, категории Б, 100 рублей. Понятно все. Ветчина филейная с индейкой, 206 рублей. Любительская свинина. Вот такой кусочек на 147 рублей. А килограмм стоит 358. Мясо Альянс. Салями оригинальное. 121 рубль. Категории Б, 300 грамм. Окорок губернский в маринаде, 317,90. 1 килограмм. Такая упаковка на 350 рублей. Здесь килограмм 104 грамма. Ух ты, а это что? Грудки. Грудки куриные, замороженные, 157 рублей. Такие они огромные. Такое ощущение, что они все во льду, конечно. Свинина сегодня 199 рублей 90 копеек за килограмм. Колбаса варено-чайная. Лидер. Вот такая. Люблю их аппетитно, конечно. Килограмм стоит 230 рублей. И две штучки, вот два батончика на 359 рублей. Сырочки по 13 рублей, мои любимые. Картошка. А вот сыр, новинка, моцарелла. Пицца 287,70 за 500 грамм. Халуми, сыр для жарки по-итальянски 210 рублей, вот такой за 300 грамм. А это йогурт клубника ароматизированный с ароматом клубники 35,80 за 500 грамм. Новинка, сыр Гауда, 45% жирности, без заменителя молочного жира, 341,30. Вот такой кусочек на 187 рублей, здесь 550 грамм. Еще одна новинка, сыр Гауда, голландский, 45% жирности, без заменителя молочного жира, килограмм стоит 341,30 и такой кусочек на 136,50. Ягодка еще тоже есть в наличии. Брусника и клубника. Брусника 316,50 1 килограмм, а клубника 141,50. Сушки ванильные, изделия хлебобулочные, бараночные. 47 рублей за 500 грамм. А это баранки. Тот же производитель. Курганский хлебокомбинат номер 1. За 500 грамм такие. 56,60. Баранки сахарные с маком. Кексы для детского питания с джемом 500 грамм. 104,70. Плюс 3 кекса в подарок. Опять появилась лапша фунчоза 400 грамм. 91,90. В прошлый раз я вам показывала вот эту лапшу восточную. Не было ценника. Вот сейчас есть ценник. 400 грамм. 39,90. Сухарики мордовские со вкусом чеснока. А еще есть красный икрой, холодцом, горчицы и сметаны с луком. 0,5 килограмма, 71 рубль. Соевый соус классический. 1 литр, 89 рублей. А это бальзамический соус. Крем классический со вкусом граната. 97,50. Кетчуп шашлычный. 830 грамм. 69 рублей. А вы написали вот это. А груша очень вкусная. Лесная красавица. Азербайджан. 115 рублей. Немного по мороженому пройдемся. Вот это мороженое. Starbucks. Кофе кофейное. Внучка очень оценила. Очень вкусное. 40 рублей 20 копеек. Стоит 67 грамм здесь.
Берите, не пожалеете, со сливочным кремом. Шоколад со сливочным кремом. Очень вкусное мороженое. И еще мы ей брали вот такое Орео. Она тоже оценила, тоже сказала, очень вкусное. Это уже 76 грамм, 48 рублей. Так что оба вида мороженое вкусное. Только непонятно, у нас разве Starbucks не закрылся? Ладно. У нас появился комплект наволочек 50 на 70, две штуки. Смотрите, какая расцветка. Есть поярче, зелененькие есть, голубые. Хлопок 100% и цвета в ассортименте. 50 на 70, видите, не всем подходит, как и 70 на 70. Это, конечно, не моя наволочка, у нас 70 на 70. Самоклеющаяся напольная плитка ПВХ. Вы посмотрите, какая прелесть. Прям структура такая, текстура такая, выработка, прям видно все. Отрывается вот эта бумага и клеится. Вот здесь даже показано, как это все делается. Можно елочкой, можно вот так, кирпичиком. 91 на 4, 15 на 2 сантиметра. Толщина 1,8 миллиметров. 18 штук в упаковке. 1644 рубля. 2,51 метров квадратных. Появились матрасы Холкон или Холкон 80 на 200. Это где-то получается односпальная кровать. Высота 5 сантиметров. Но матрасник съемный. Ткань верха микрофибра. 1040 рублей. Вот такие вот. Вот толщина небольшая. Таким образом он выглядит. Кант имеется, молния, резинка, полотно ультрастеп. Неплохие. Так, поролончик внутри. Вот еще новинка. Набор емкости для хранения. 10 литров, 6 и 3,3 литра. На клипсах. Ручка имеется. Вот, пожалуйста, еще один. А там внутри еще один. Легко все закрывается. Все. Хорошие, неплохие наборы. Стоит 338,30. А вот такой бак мы купили себе на дачу для мусора. Вставлять туда мешок и... Имеется крышка, никакие кошки, птички туда не залезут, а то птицы все растаскивают. А такой вот 10 литров тоже на клипсах. Здесь створки и защелки 152,40. Но здесь вот один. А ватные палочки уже кто-то раскрыл. 44 рубля 500 штук. Это очень дешево. А вот дисков нет. На этом все. Кому понравилось видео, подписывайтесь. Всем пока-пока.